Как наступление на свободу прессы и слова охарактеризовали Евросоюз и США, полицейский рейд в редакции оппозиционного издания «Заман» в Стамбуле. В интернете выложены снимки того, что происходит в редакции сегодня, и разгона манифестации накануне вечером, когда полиция ворвалась в здание. Ранее суд Стамбула принял решение назначить для оппозиционного издания внешних управляющих. Газета «Заман», «Время» и ее английская версия, связанная с общественным движением «Хизмет», участвующего в образовательных проектах в Турции. Его основатель, писатель и умелец.